Полтысячи человек отравились едой из Макдональдса в Соединенных Штатах. Причем среди заболевших жители 15 различных штатов и города Нью-Йорк. Все они покупали даже не гамбургеры, а вроде бы полезный, с виду безопасный овощной салат. Это выяснили в американском управлении по надзору за качеством продуктов и медикаментов. Медики сообщили, что смертельных случаев не было, но часть пострадавших пришлось госпитализировать. По данным СМИ, 3000 закусочных сети Макдональдс в срочном порядке прекратили продажу салатов, и теперь компания пытается урегулировать проблему, чтобы избежать масштабных судебных исков.